Вадим Габриэлович Шершеневич. Поэт, теоретик эмажинизма. И для широкого читателя обычно к этому прибавляют близкий друг Есенина. Чуть реже добавляют оппонент Маяковского. Как связан этот человек с Барнаулом? Для того, чтобы понять вообще, о ком идет речь, немножечко нужно посмотреть на биографию Шершеневича и как человека, и как поэта. Во-первых, он родился в семье юриста, правоведа, более того, депутата Первой Государственной Думы. Родился Шершеневич в 1893 году. И в 18 лет, уже будучи студентом, издал свой первый сборник стихотворений. Он был очень увлечен тем направлением, которое сегодня называют символизм. Внимательно читал стихотворение Брюсова. Чуть позже также внимательно относился к творчеству Александра Блока, которого сегодня относят специалисты уже к младосимволистам. Но прославился он в другом качестве, именно как теоретик эмажинизма. Вообще начало 20 века – это огромное количество трагических событий не только российского, но и мирового масштаба. И в 1915 году, будучи молодым человеком, Шершеневич, хоть и ненадолго, но попадает на Первую мировую войну. На него это произвело просто шокирующее впечатление. Впоследствии он будет писать в своих воспоминаниях о тех ужасах войны, которые наблюдал сам. Отдельного внимания в его записях, наверное, стоит то, как эти ужасы описывались сытыми, успешными журналистами того времени, приезжавшими в госпиталь, бравшими интервью у изнасилованных женщин, подробно выясняющих у них все детали насилия над ними, чтобы потом описать это в газете вечером, сидя с куском шоколада во рту. В общем-то, сейчас я процитировал почти прямо небольшую часть из воспоминаний Шершеневича о Первой мировой. Потом в России случился 17-й год. Вадим Шершеневич никуда не уехал, хотя все-таки были опасения, что его могут как-то преследовать, но они быстро прошли, и он включился в работу новых направлений искусства и, например, с тем же Маяковским сочинял тексты для окон роста. Постепенно футуризм, к которому примкнул Маяковский и Шершеневич тоже, Шершеневича разочаровал, и вместе с Есениным и еще несколькими авторами они создали новое направление – имажинизм. То есть сегодня есть такое слово «имидж», если переводить его буквально, это образ. Это была основная идея их направления. Конечно же, они писали, как и многие поэты того революционного времени, громкие, скандальные, хулиганские манифесты. Один из таких манифестов назывался «Долой государство». Точнее, он назывался «Искусство и государство». «Долой государство» было вот такой
постоянный слоган. В частности, они в нем писали: «Мы открыто кидаем свой лозунг «Долой государство, да здравствует отделение государства от искусства». И еще более интересная цитата: «Да здравствует диктатура имажинизма». Вообще слово «диктатура» тогда было довольно популярным. Это был 19-й год. И время позволяло делать подобные заявления. Ну, наверное, сегодня их бы назвали безответственными, без особых последствий. В этом же 19-м году Шершеневич пишет своеобразный манифест имажинизмов, дополняя то, что сказано в тексте «Искусство и государство». В этом манифесте он Маяковского и его поэзию называет надрывной нытикой, Крученых и Бурлюка – поэтической похабщиной, в живописи кубики до перевода Пикассо на язык родных осин, в театре – кукиш, в прозе – нуль, в музыке – два нуля. После больших рассуждений он называет все современное искусство дребеденью, галиматьей, а ниже подписано первая линия имажинистов, и первым стоит Сергей Есенин. Себя Шершеневич поставил в конце подписантов. Потом случилось несколько событий, которые, судя по всему, изменили взгляд Шершеневича на многие вещи. Самоубийство Есенина, смерть Брюсова, Блока, самоубийство Маяковского, самоубийство его возлюбленной. До начала Великой Отечественной Шершеневич стихов практически больше не писал. И вот случился 41-й год. В сентябре 41-го Шершеневича вместе с его супругой Марией Волковой, актрисой оперетты, эвакуируют в Барнаул. Как известно, это время, когда в Барнаул были эвакуированы многие предприятия, и вместе с ними сюда направили бригады представителей культуры для того, чтобы людей как-то вдохновлять на дальнейшую работу. Шершеневич был в их числе. Приехал он сюда в ранге интенданта третьей степени, что, в общем-то, соответствует примерно чину капитана. Во время пребывания в Барнауле с сентября 41-го и практически до апреля 42-го года он активно занимается тем, что пишет для театра. Выступает в госпиталях, на производстве. Но Барнаул резко подорвал его здоровье. И уже к концу апреля он слег окончательно. Вначале у него диагностировали ошибочно тиф. Но впоследствии выяснилось, что заболевание легких, туберкулез, которое было у Шершеневича в 20-х годах вроде бы излечено, резко обострилось. Он заболел скоротечной чахоткой и скончался 18 мая 1942 года. Сегодня он похоронен на Булыгинском кладбище Барнаула, и уже в середине 20 века вдова Мария Волкова с представителей Союза писателей СССР приехала сюда, и был установлен большой черный камень, на котором просто написано «Поэт Вадим Шершеневич. Дата рождения и смерти». Вообще судьба Шершеневича – это яркий пример, как человек, представитель искусства, попав в критическую ситуацию, резко меняется.
И нельзя сказать, что он подстраивался под возникшие реалии, потому что сохранилось достаточно большое количество его записей, каких-то писем, где видно, что он искренне пытался понять те процессы, которые происходили в стране и в мире. Искренне заблуждался, искренне во что-то верил, и, по сути, его скоропостижная смерть стала итогом попытки вернуться в искусство, стать актуальным. Но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе. И в этом смысле Барнаул, с одной стороны, может гордиться тем, что у нас работал один из ярчайших представителей русского авангарда. С другой стороны, Барнаул стал местом его последнего пристанища.